Компания Mercedes представила самый маленький спортивный седан из линейки AMG. Новинка получила имя A35 Sedan и поборется за клиентов с Audi S3. От хот-хэтча представленной модели досталась передняя часть кузова с увеличенными воздухозаборниками и сплиттером. А вот задняя часть автомобиля сделана в духе седана CLS третьего поколения. Отголоски его экстерьера легко угадываются в агрессивном заднем диффузоре и сдвоенных патрубках выпускной системы. Под капотом седана прописался 2-литровый 4-цилиндровый турбированный двигатель, отдача которого увеличена до 306 лошадиных сил и 400 ньютон-метров крутящего момента. В паре с мотором работает 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. Первую сотню автомобиль набирает за 4,8 секунды, всего на 1/10 медленнее хэтчбека. Максимальная скорость новинки — 250 км в час. В нормальных условиях тяга передается на передние колеса, однако в случае необходимости крутящий момент может распределяться между осями в отношении 50/50. Помимо прочего, седан может похвастать измененными настройками трансмиссии, ходовой части и подвески, а также усиленными тормозами и увеличенной жесткостью кузова на кручение. А в линейку режимов работы агрегата добавился вариант Slippery, который здорово спасает при езде по скользкой дороге. На европейских прилавках Mercedes A35 Sedan появится к концу нынешнего года. Цены на модель пока не называются. Власти Москвы планируют ввести ограничения для таксистов. Арифметика проста. Если водитель работает более 8 часов, заказы к нему поступать прекращают. Также система, разработки которой уже ведутся, не пропустит заказы таксистам, не имеющим полиса ОСАГО и не прошедших медосмотр. По словам вице-мэра столицы Максима Лексутова, эта технология будет неким буфером между агрегатором и смартфоном водителя и сможет проверять информацию о таксисте по базе Министерства внутренних дел. Систему планируется запустить уже к началу следующего года.